Друзья, я приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу вам сделать новый ритуал, который называется чакротерапия. Чакротерапия нужна нам каждый день, потому что основные центры энергетические чакры, которые у нас находятся в нашем теле, они помогают нам жить, и, собственно, это основа основ, это наш костяк, можно сказать, скелет энергетический, потому что на позвоночнике нанизаны энергетические центры, как бусины. Позвоночник – это наш энергетический стержень. У меня есть ритуал Сушумна на моем канале. Посмотрите, очень интересный, очень сильный ритуал. Очень необходимый всем нам каждый день. Чакры, которые чакротерапия, которую мы сегодня будем чистить. Все мои ритуалы чистящие. Во всех моих ритуалах работает энергия, благодатная, благоприятная, очистительная, оздоровительная, энергия успеха, удачи, процветания, здоровья. Работает энергия во всех моих ритуалах. Я работаю энергиями, я вам всегда об этом говорю, потому что все в мире есть энергия. Все вокруг и все внутри в нас – это энергия. Чакротерапия помогает восстанавливаться энергетически для того, чтобы каждый день быть в форме, чувствовать себя нормальным, творить, работать, зарабатывать деньги, жить, любить, процветать, создавать. Каждый день нам нужна энергия, поэтому я работаю с энергиями. Вы помните, да, об этом. Я рада, что вы смотрите меня, смотрите мои ритуалы, заходите на мой канал. Я работаю с верхним миром. Работаю более 20 лет, я практик, все проверяю. Я знаю, что все мои ритуалы приносят положительные результаты, поэтому противопоказаний нет. Вы можете смотреть все мои ритуалы. Там есть особо, конечно, тяжелые такие темы, например, черное покрывало или там уже какие-то другие. Я уже просто не помню, потому что каждый раз новое видео выходит, новый ритуал, конечно, и их уже много, я уже просто не помню, какие конкретно у меня есть ритуалы. Поэтому, но все вы мои ритуалы можете смотреть. Даже мои ритуалы любят животные. Они знают мой голос, слышат. Потому что животные очень хорошо реагируют на мою энергетику и вообще на энергию. Дети слушают мои ритуалы. Кто-то даже мне написал по поводу детей и животных, которые слушают мои ритуалы. Да, я рада. Противопоказаний нет. Конечно, обращайте внимание, если вы мой ритуал включите на ночь, и он будет, вы попадете на какой-то мой энергетически сильный ритуал, то, конечно, вы можете просто не уснуть. Либо ваш ребенок может не уснуть, или он сразу уснет. То есть обращайте внимание, потому что эффект может быть разный, положительный, конечно, но просто может быть переизбыток энергии после моего ритуала, поэтому, может быть, ночью, вечером будет тяжело уснуть. Поэтому обращайте внимание, конечно, проверяйте это все. Хотя я сама сплю в своих видео, в своих ритуалах очень классно включаю, очень классно в них спать, слушаю и прям усыпаю. Все мои ритуалы можно смотреть даже без звука, потому что из моего ритуала, из телефона, по которому вы смотрите, например, да, даже без звука идет энергия. Поэтому все мои ритуалы энергетически насыщенные. Для того, чтобы свершились ваши какие-то задуманные дела, нужна энергия, потому что часто очень, когда вы можете сами сделать ритуал или там прочитать какой-то заговор, но у вас нет положительного результата, то есть заговор или ритуал, который вы провели, или кто-то вам, или где-то вы там подсмотрели в книжечке, например. Вы у нас люди ищущие, которые меня смотрят, конечно, вы всегда познаете что-то интересное, все пробуете, конечно, очень многие. Поэтому заговоры читали очень многие, поэтому вы уже знаете, да, иногда очень часто вы не получаете тот результат, который вы хотели бы.
Почему? Потому что не хватает энергии. Для того, чтобы хорошо сработал ритуал, нужна энергия. Поняли, да? Сегодня я вам даю энергию, чакротерапия. Я буду наполнять ваши чакры энергией, конечно, а я буду работать для того, чтобы очистить ваши чакры. И пустот в организме не должно быть. Грязная энергия уходит. Я буду наполнять чистой энергией, конечно. Грязная утекает, уходит, сгорает. Наполнять я буду ваши чакры чистой жизненной энергией, жизненной силой. Ритуал можете прокручивать много раз, потому что каждому из вас нужно разное количество раз. Вы можете смотреть. Можете смотреть сразу несколько моих ритуалов. Эффект будет положительный. Я всегда вам об этом говорю, да? Потому что даже если вы, сказать, пошли на работу, вы пришли уставшие после работы, после встречи, после каких-то дел, уставшие, нету сил. Почему нет сил? Потому что нет энергии. Вы потратили, кто-то вас энергию потратили, кто-то вас сглазил, кто-то что-то наговорил, кто-то в спину посмотрел, утечка энергии, кто-то подключился к вашей энергии, отвампирили вас, энергетических вампиров вокруг очень много. Мы живем в социуме, постоянно кто-то рядом находится. Поэтому людей очень больных много, психически нездоровых, просто с плохими характерами, которые просто могут испортить на пустом месте. Вам настроение, во время ссоры утекает, уходит энергия. Она либо сгорает, либо подпитывается, энерговампиры выводят вас на скандал и очень часто получают недостающую им энергию во время ссоры. Поняли, да? То есть это обычное дело такое. Мы все живем в мире. Обращаемся, встречаемся с разными людьми, конечно. Ритуал уже работает. Все мои ритуалы работают благодаря моей психической энергии, которую я выращивала более 20 лет. Я занималась разными энергетическими, духовными практиками, разными направлениями и разной тематикой. В эзотерике, в магии, в духовных практиках есть много разных направлений. Я занималась много лет, наращивала свою силу для того, чтобы сейчас помогать вам. Высшие силы вам помогают через меня. Вам дают помощь высшие силы. Все мои ритуалы бесплатные. Но я работаю системой откупов. Сегодня вы просто смотрите ритуал. Я с вами работаю. Чакра-терапия. Чистим ваши чакры. Наполняем их живительной силой. Живой энергией. Очень часто вы смотрите. Вы уже чувствуете мою силу, мою энергию. Но когда вы напитались энергией в моем ритуале, пожалуйста, не сливайте ее сразу где-нибудь. Вы обращайте внимание, куда уходит ваша энергия. Где вы ее сливаете? В интернете, кого-то посмотрели, что-то сделали. Обращайте на это внимание. Антирекламу я никому не делаю, поэтому наблюдайте за собой, конечно. Во всех моих ритуалах работает активация энергии. Даже когда я разговариваю, мой ритуал работает. Сегодня у меня ритуал чакра-терапия. Вы просто смотрите, я работаю.
Ощущения во время ритуала могут быть разные, зависит от вашей чувствительности. Чистим, очищаем и исцеляем, наполняем энергией ваши чакры. Во время ритуала стопы могут быть теплые, холодные, мокрые, горячие, разные, мурашки бегать могут. Ноги, стопы. Волны энергии вы можете чувствовать. Вы все разные, чувствительность у всех вас разная. Я работаю со всеми чакрами. 7 основных чакр у нас есть. Есть и другие, но вообще просто для того, чтобы было проще, есть 7 основных чакр. Чакры – это энергетические центры. Все наши органы привязаны к определенным чакрам. Они находятся в зоне влияния, можно сказать так, определенных чакр. Я работаю. Компьютер находится в голове. Но есть еще основные, есть еще второстепенные чакры. Есть энергетические потоки, энергетические каналы. Энергия должна двигаться нормально, легко. Не стопориться и не останавливаться в местах, где чакры заблокированы. Когда заблокированы чакры, энергия не может протекать свободно и легко. Там появляются болезни, боли, болезни. Потому что там сгустки грязной энергии, блокировки, привязки. Откачка энергии идет в разные места, когда вам делают порчу. Либо откачивают энерговампиризмом разными методами. Можно откачивать энергию. Забирать, обесточивать. Потом вы чувствуете себя слабыми, уставшими. У вас ничего не получается. Боли могут быть в разных местах в вашем теле. В разных точках. Я работаю с вашими чакрами. Чакротерапия. Исцеляем, очищаем, наполняем сегодня чакры. Есть разные энергетические потоки. Восходящий нижний поток снизу входит в стопы и должен двигаться вверх. Восходящий поток в вашем теле. И нисходящий поток сверху, который входит сверху в голову, в теменную зону и движется вниз. 2 потока энергетические, они проходят через все чакры. Нижний поток и верхний поток. Но чтобы вас не путать, я сегодня работаю с чакрами и чакротерапия. Ну, вы уже все чувствуете, конечно, многие чувствуют уже. Сейчас. Как работает энергия? Я работаю психической энергией. Я помогаю вам очиститься, как часики завести ваши энергии, чтобы они работали, ваши чакры, чтобы чакры работали активно, нормально, плодотворно, мощно, сильно. Для этого нужна энергия. Болезни – это проблема с чакрами, которую вы уже видите на физическом плане.
там, где болезни, там есть блокировки чакр. Нехватка энергии в определенных чакрах приводит к болезням. Но причина-то болезни может быть разная. У кого-то порча, у кого-то сглаз, кого-то откачали, у кого-то энергию, кого-то просто вывели на скандал, он сам отдал свою энергию. Вас много, поэтому ритуал общий для всех. Смотреть можно много раз, кому сколько нужно. Чувствуете упадок сил? Пожалуйста, посмотрели ритуал. Хоть несколько раз в день. Все мои ритуалы работают в комплексе. Тематика моих ритуалов разная. Я специально вам снимала разные дела ритуалы для того, чтобы каждый нашел для себя помощь на моем канале. Когда в человеке нет жизненной силы, он умирает. Он болеет, а потом умирает. Поэтому чакры должны быть наполнены энергией, жизненной силой. Очень многие из вас болеют много лет, долго болеют или просто находятся в депрессиях, в тяжелых психологических каких-то депрессиях, состояниях негативных. И очень сложно вам выбраться из этого состояния. А надо еще жить нам каждый день. Нам всем нужно жить каждый день, активно жить, работать, достигать своих целей. Для этого нужна энергия, и я вам сегодня ее даю. Очень часто вы теряете энергию, когда занимаетесь какими-то практиками. Очень часто вы попадаете в ситуацию, когда вы хотели просто что-то попробовать, а получилось как-то не так, как нужно было, да? Потому что столкнулись с какими-то незнакомыми негативными энергиями. Даже те, кто практикуют, сейчас очень многие люди практикуют разные духовные практики, разные течения, направления есть для совершенствования в работе, в бизнесе, в карьере. Очень много тренингов разных, и вы люди очень многие ищущие, ну и часто, конечно, находящие, вы находите проблемы на свою голову, как можно так сказать, объяснить, да, и потом вы не знаете, почему у вас проблемы. Вот. Вроде бы вы и пробуете, совершенствуетесь, но и почему-то как-то не заканчивается проблема. Вы можете обратиться ко мне, и вам объясню, как я вижу вас со стороны, потому что часто вы делаете одни и те же ошибки. И, конечно, я могу вам подсказать со стороны, как практик и как профессионал. В чем вы сделали неправильный шаг, где? И, конечно, очень часто, даже в разговоре со мной, я всегда разговариваю с вами, в голосовом режиме я хочу услышать ваш голос. Вы пишете мне смски на WhatsApp, Viber. Мой номер есть под всеми ритуалами, под всеми видео. Вы можете мне написать, я обязательно вам отвечу. Написать смс в WhatsApp и Viber, если вам нужна моя помощь.
Я обязательно назначу вам телефонный разговор. Мы поговорим и решим некоторые ваши проблемы. Очень часто озарение или ответы на ваши вопросы вы получаете сразу же при первом разговоре со мной. Я могу с вами поработать, вас почистить. Я делаю, конечно, энергетические чистки, дистанционно работаю со всеми странами, городами. Для энергии нет границ. Я работаю дистанционно. Поэтому обращайтесь, кому нужна моя помощь, пожалуйста, вы мне можете написать. Я обязательно вам отвечу. Я читаю все ваши комментарии. Но в комментариях под видео, конечно, я не могу дать ответы на все интересующие вас вопросы, потому что у вас у всех много проблем разных. Я работаю сейчас с вами. Энергии уже поменялись, да? Кто ощущает? Я сейчас добавлю, усилю. Могут быть ватные ноги, может быть ощущение такое, как будто бы покачивание головы, кружится голова, может быть такое ватные руки, ноги, это нормально, потом пройдет это все состояние, через пару минут это все пройдет. Это просто идет обмен энергиями. Грязные энергии уходят, я их выдавливаю. Энергия их выдавливает, которые даю вам я. А чистые, горячие мои, конечно, энергии, горячие. Мне всегда очень жарко в моих ритуалах, очень жарко. Я думаю, что вы тоже чувствуете, вам тоже часто, вы даже знаете, когда я работаю, потому что у вас ощущение, как будто бы теплое что-то движется в вашем теле, даже когда я работаю с клиентами дистанционно, и я не говорю, когда именно я работаю, очень многие мои клиенты меня уже чувствуют. Чувствуют мои энергии, конечно. Но я смотрю, сейчас энергии изменились уже, да? Поменялись. Грязные ушли. Ощущения могут быть разные. Кто-то может чувствовать, что как будто бы сквозь тело, сквозь контуры вашего тела ушла грязь, пыль, как будто бы стекает грязь вниз, в стороны выходит. Как будто бы грязный воздух выходит из вашего тела. Могут быть разные ассоциации и ощущения у вас. Но я просто вижу, даже голос мой меняется, да? Да, я хочу просто сказать, что от разных энергий в моих ритуалах, мои ритуалы все разные, там работают разные энергии. Даже у меня разный голос. Сегодня у меня такой голос. Кто заметил, да? Я только что тоже заметила, как я сегодня разговариваю. Поэтому, кто смотрит меня постоянно, уже может обращать на это внимание, конечно. Это не имеет значения. Я работаю со всеми, даю вам энергию, даю вам помощь. Через меня работают высшие силы с вами. Вы же просите помощь от высших сил. Понимание высших сил, кто это такие, у всех у вас разные. Вы имеете право, да. Пожалуйста, восприятие мира у вас, у всех, у нас разное. Когда я в ритуале, я могу не помнить, что я вам сказала. Например, я сказала, и через 5 минут я могу уже не помнить, что я говорю, потому что я все ритуалы делаю в потоке. Поэтому, если я могу говорить одно и то же несколько раз, не удивляйтесь, пожалуйста, с памятью у меня все нормально. Когда я слушаю свои ритуалы уже потом, я точно так же прослушиваю перед сном или днем, как вы смотрите и слушаете. И иногда я часто думаю, я слушаю, что я говорю в ритуале, и я слушаю ритуал, как будто бы впервые та информация, которую я рассказываю в ритуале, я не помню, что я говорила. Это нормально. Потому что я нахожусь в потоке. Поэтому я могу повторять несколько раз
одни и те же слова или советы одни и те же вам давать, да? Не нервничайте. Просто так идет информация. Так, я сейчас усиливаю вам, да, добавляю. Вы поняли, да, просматриваете много раз. Противопоказаний нет. Никаких вредоносных энергий в моих ритуалах нет. Там, где есть ритуалы с обраткой, вся обратка идет и наказание врагам, людям, которые вам навредили, идет автоматически. Я никого не наказываю. Наказывают высшие силы. Я только провожу ритуал и работаю психической энергией. Все мои ритуалы работают благодаря моей психической энергии и моим наработкам. Потому что держать в канале вас всех, это не так-то легко. Свечи вы можете зажечь и дома. Но ритуал должен быть насыщен энергетически. Вот этим я занимаюсь в каждом своем ритуале. Поэтому все мои ритуалы разные, даже если они могут быть похожи друг на друга, да? Каждый день мы разные, каждое мгновение мы разные, мы уже другие. Я точно так же смотрю все свои ритуалы, слушаю и как будто бы впервые слышу какие-то советы и слова. Это нормально. Я работаю в энергоинформационном потоке. Когда я делаю ритуалы, сейчас вы чувствуете, энергии поменялись. Так, я проверяю. Да, может быть ощущение, как будто бы в таком легком световом коконе. Тоже может быть такое. Ноги легкие, руки легкие, голова нормальная. Иногда может тянуть голову назад. Бывает такое ощущение, как будто бы затылок падает назад. Это нормально. Это не страшно. Плечи легкие, спина нормальная, поясница нормальная. У кого проблемы с поясницей, просматривайте несколько раз, потому что может понадобиться просмотреть несколько раз. Или сразу смотрите несколько, 2-3 моих видео, 3-4, кому как нравится. Вы поняли, да? Я рада, что вы заходите на мой канал. Я благодарю всех, кто высылает мне помощь денежную на развитие канала. Благодарность мне как мастеру. Высшие силы знают меня как мастера. Собственно, они меня готовили более 20 лет для того, чтобы готовили меня, из меня делали, лепили мастера. У меня были свои испытания, наработки, проблемы, сложности, ошибки. У нас у всех есть ошибки, потому что жизнь, мы учимся в жизни очень часто на своих ошибках. Поэтому я работала, совершенствовалась много лет для того, чтобы мои ритуалы были рабочие, положительные. Во всех моих давали положительные результаты. Во всех моих ритуалах работает энергия, жизненная сила, да? Так, я смотрю. Я благодарю всех. Кто пишет комментарии, лайки, подписывается на мой канал. Когда вы подписываетесь на мой канал, вы уже находитесь частично в моем сообществе, в моем канале под моей защитой. Я это уже рассказывала. Сегодня можете откупы не делать. Кто смотрит меня постоянно, можете делать откупы периодически. Благодарности мне присылать по возможности за мою работу, потому что я делюсь с вами энергии, которой вам не хватает, не достает в жизни, которой у вас нет. Поэтому у вас проблемы. Но я вам отдаю свою психическую энергию. В том числе, потому что все ритуалы я пропускаю через себя. Все мои координаты, номер карты, куда можно выслать благодарность. Под каждым видео, под каждым ритуалом. Номер вайбера, ватсап, пожалуйста, для того, чтобы писали смски. Пожалуйста, пишите только смски, не звоните, потому что я могу быть работать в это время или записывать ритуал, или я просто работаю с людьми в это время, и я не смогу вам сразу ответить. Я отвечу вам в другой раз. Я имею в виду, я отвечу потом, а потом назначу как бы ответ, напишу, или вы там мне что-то напишите, я вам обязательно отвечу, когда буду свободна.
Долго ждать не надо, я всегда всем отвечаю. Да, я рада, что вы со мной, что мы вместе, вместе мы сила, помните, да? Все в мире есть энергии. Сегодня ритуал уже сработал, состоялся, я смотрю. У некоторых могут быть, как будто бы зрение стало, резкость лучше, пелена с глаз ушла, руки, ноги легкие, плечи легкие. Все хорошо, все живые, все энергичные, силы восстановились, тяжесть, усталость ушла, привязки оборвали, оторвали, отрезали, сожгли. Все, нету грязи, нету болезней, нету. Живем, работаем, любим, создаем каждый день, живем дальше. Во всех моих ритуалах работает созидательная энергия. Я работаю с верхним миром. Я люблю вас всех. Жду вас на моем канале. У меня еще много интересного, потому что каждый день появляется что-то интересное в нашей жизни. И, конечно, новые проблемы, с которыми нужно справляться. И каждый день мы новые, мы другие. Поэтому я жду вас. Я люблю вас всех. До встречи, друзья!